В ночь на 8 апреля над Землей взошло розовое суперлуние. Луна, находясь в фазе полнолуния, прошла ближайшую к Земле точку своей орбиты. При этом наша планета оказалась ровно между Луной и Солнцем. Из-за этого спутник Земли был полностью освещенным, и Луна казалась гораздо больше и ярче, чем обычно. Такое явление ученые называют суперлунием. Розовым его окрестили не из-за цвета Луны, а в честь растения, которое сейчас цветет в США и Канаде. Его называют флокс шиловидный или розовый мох. Сейчас пик суперлуния прошел, но большая Луна продержится в небе еще несколько ночей.